Как сказала пожилая героиня одного старого фильма, среди людей встречаются утки и лебеди, у серой кряквы новая пара каждый год, а у белокрылых птиц одна на всю жизнь. У бриллиантовых юбиляров 86-летнего Павла Павловича и 83-летней Марии Константиновны Зайчук одна любовь на всю жизнь. Их история любви неподдельна, красивая и настолько сильна, что ее не смогло остановить ничто, ни время, ни болезни, ни безденежье. Изумительно чистые слова любви Павел Павлович до сих пор говорит своей супруге Марии Константиновне. Все с тем же трепетом и волнением, как когда-то 60 лет назад. Я посмотрел ей внешность. С первого взгляда была. Мужская. Это глянул, что действительно она мне подходит. Ну, так. В общем, и вот нас до сих пор любовь. Я счастливая. Мне, я не имею в виду, что мне там богатство или что, нет. Я считаю, что я самая счастливая, что у нас муж мне хороший и дети хорошие. И самое главное – счастье мое. Супружеская пара живет в крепком союзе с середины прошлого века. Регистрация заключения брака состоялась в далеком 58-м глубокой зимой, во время крещенских морозов. Такой же сильной и крепкой оказалась летопись их личной жизни. 6 десятилетий вместе без единой ссоры. Оптимисты поверят, скептики ухмыльнутся, ведь для нас, современников, эта история окажется чем-то фантастическим и невозможным. Но красивые и вечно влюбленные зайчуки – уверяют, возможно, все, если есть дружба, дружба сердец. Сегодня их глаза сверкают бриллиантами. Брачные узы для Павла Павловича и Марии Константиновны не стали цепями, а превратились в тонкие золотые нити духовного родства. Мы прожили 60 лет. Мне кажется, что мы только что поженились. Не верится, что столько прожили. Жена говорит, что так, как только что. Самое главное – дружба. Дружба. И взаимопомощь. Чтобы друг другу помогали. Если... И терпение, чтобы было их терпение. За плечами супругов нелегкое детство, выпавшее на годы войны. Затем непростые трудовые будни, воспитание детей, внуков. Павел Павлович 30 лет работал на железной дороге мастером. Мария Константиновна 36 лет трудилась в Брестском роддоме. Время тогда было сложное. На вопрос, как удалось прожить вместе столько лет, рука об руку, сердцем к сердцу, они отвечают, что родились и выросли в те времена, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали на свалку. Это, к слову, о сегодняшней ситуации с разводами. Спасибо моим родителям, то, что они вырастили с нас людей. Мы все достойно получили образование, все достойно вошли в жизнь, уже подготовленными, знали, как что. И, слава Богу, теперь у нас тоже есть дети, внуки. Мы им передаем этот семейный опыт. Традиции семейные наши сохранены, потому что они были... Действительно, наши родители никогда не ругались, и я такого не помню, чтобы у нас был какой-то семейный, какие-то раздоры. Не было такого, потому что нас объединяло вот это тяжелое то время. Сегодня они невероятно красивы не только внешне, но и в своей мудрости, трогательны и душевны в мыслях и убеждениях. Они отмечают бриллиантовую свадьбу, но самыми настоящими бриллиантами считают своих троих детей, шестерых внуков и семерых правнуков. В значимый день вся семья собралась за праздничным столом. Поздравить юбиляров пришли и представители горосполкома, а также директор Дома гражданских обрядов. К слову, супруги с таким внушительным стажем совместной жизни явление крайне редкое. В прошлом году подобных пар было 8. Пример Читы Зайчук завидный для молодого поколения. Прежде всего, это действительно гордость города Бреста, потому что они проживают у нас. Я желаю им крепкого здоровья, чтобы они долго и счастливо жили дальше вместе, радовали своих родных и близких, всех окружающих, помогали добрым советом и делились семейной мудростью, учили нас, как можно и как нужно жить в семье. В этом небольшом доме тихо и спокойно не бывает. Здесь всегда шумно, многолюдно и весело. Здесь царит любовь. И у нее здесь есть свой символ, запечатленное в 1970 В 1971 году на фронтоне дома большое розовое сердце, как оберег, как вечное напоминание, что семья – это шедевр, который человек создает собственными руками.